С 9 по 17 сентября в городе Ейск Краснодарского края состоится всероссийский финал турнира. Тур соревнования представит футбольный клуб «Скиф», который является победителем республиканского этапа всероссийского турнира «Кожаный мяч» 2017. В Краснодарский край поедут 12 юных футболистов 2006-2007 годов рождения во главе с тренером Дмитрием Герасимчуком. У нас есть определенные задачи на этот турнир. Задача номер один – это глобальная задача – показать, что у нас в Республике Тыва живет футбол, что мы не просто приехали отбыть номер, что у нас есть дети, хорошие дети, способные дети, которые с пониманием относятся к этой игре, стараются. И чтобы на нас обратили внимание, что тувинские дети, они по-своему способные. Есть некоторые качества, которые у них наиболее, даже лучше развиты, чем у остальных ребят. Вот. Показать, что мы футбольный регион, и что мы умеем играть в футбол, и хотим, и будем. И любой команде, которая будет играть с нами, легко не будет.